Parece que hoy me gustas un poco más. Okay. Hola, ¿cómo tal? Estale, so nice to meet you. You said we should go and get... Добрый день, друзья. Не добрый день вам, не други. В детство нельзя вернуться, в него можно только впасть. Очень любил эту фразу повторять незабвенный Марк Григорьевич Рудинштейн, Марик. Как мне его не хватает. Кстати, Марк приписывал эту фразу своему земляку одесситу Михаилу Михайловичу Жванецкому. На самом деле, в детство нельзя вернуться, в него можно только впасть, сказал Эмиль Кроткий. Был такой сатирик, юморист, жертва репрессий, кстати. Он 60 лет назад ровно, кстати, умер, это 63-й год был. В детство нельзя вернуться, в него можно только впасть. Ну, кстати, вот когда я вижу такие видео, коротенькие, я думаю, что так и нет. В детство иногда на минуту, на полминуты можно вернуться. Но только если это видео не постановочное. Надеюсь, что нет. Parece que hoy me gustas un poco más. Okay. Hola,